Монитор. Прикольно. Тут пару кнопочек. Динамик. Вот он. Класс. Кнопочки классно сделали. А, вот, смотри. Рычаг управления коробкой. Прикольно. Обалдеть. Места, смотри, сколько здесь. Туннеля нет, это полностью электроавтомобиль. Вот тебе все как КПП. Места охренеть сколько. Здесь что у нас? Вот это да. Смотрите, как в кухне выдвигается. Ну, место есть. В дверях тоже. В дверях тоже место есть. Ручки прикольные. Похоже на открывашки. Здесь вон сенсор. Она нажимается. Прикольно. Лепестки под рулем. Толку от них, правда, это все на электро. Вот такой вот. Туннеля здесь тоже нету. Вот такой вот вон электрокар. Вот сиденье, конечно же, штоф такой, как тряпка сиденья. Но все равно очень удобный, кстати. Подголовники новые какие-то. Места до хрена, потому что здесь вот все пусто, поскольку нету коробки этой. Все-таки платформа, и внизу батарея, да? Очень просторно. Классная штука. 42 тысячи, что ли, стоит евро. Так, ну что? Все, на сервис отдал автомобиль мой. Блин, у меня тут, короче, дали автомобиль мне. Этого нет, у того нет. Смотрите, какое радио. Кнопки какие-то, блин, у меня этих кнопок вообще нет на радио. Здесь чуть руль такой же самый, как у меня. Здесь кнопок не хватает. Короче, у меня получается полный фарш, а здесь фарш-то не полный. Вот она в чем проблема. Такс. Это ничего не пикает. Обалдеть. Ладно, хрен с ним. Да, спорт. Да, руль. Ну, новенькая еще. Руль такой прям тяжело крутится. 3300 километров автомобиль проехал. Да, у меня получается светодиодовая эта фара. Здесь то ли галоген, то ли ксенон. Что такое, не могу понять. Но пока непонятно. Сейчас разберемся. Ну, вон тахометр выглядит. Смотри, какая хрень. Блин. Не, моя лучше. Ну вот так вот. Я думал, все айоники с такими классными тахометрами. Оказывается, это у меня такое, такая классная. Вот цена, сколько она стоит? 32 тысячи она стоит. Так. Так, так, так. Ну что? Поедем дальше, дела. Реально, об этом никогда не задумывался, что айоники бывают с каким-то другим этим. Ну, фу, блин, вот эта стрелка какая-то, тут что за дела такие? Это какой-то неполный фарш, я не знаю, что это, как это назвать. Ну вот он, спидометр. Не, у меня все-таки вот этот лучше был. А здесь нормальная вот стрелочка, как и положено. Как должна быть. Ну, со стрелочкой как-то я уже отвык. Ну, ладно. Печка работает уже хорошо. Не замерзнем. Сейчас поедем, надо кое-что еще сделать. И домой кушать. Снаружи у меня здесь вот эти LED, здесь галогеновые лампочки, номер ХПЕ. Цвет классный такой, серый. Вот под фонарь заехал хотя бы. Радио, блин, не то, это не то.
много чего не то. Диски летние такие же, а вот свет, смотрю, у меня здесь-то светодиоды, а здесь вот нормальный галоген. Единственный плюс, если будет мороз, не замерзнет. А так выглядит, конечно, ужас. Ну вот, такой дали автомобиль, как говорят, не на, ну, на прокат, можно сказать, да. Да, можно сказать, на прокат. Вот, свет горит. Ну-ка, вот так. Руль, в принципе, как и у меня. Радио абсолютно другой. Там ценник валяется сзади на сиденье. Что-то эти 2000 за него хотят. Самый прикол в том, то, что... Ладно, там кожаных сидений нет. Здесь нет навигатора. Короче, такой жиденький вариант. Тахометр тоже с этой стрелкой. То есть, ну, у меня полностью дигитальный. Там монитор, здесь монитор. Здесь такое, короче. Так себе. Ну, кто возьмет, круто, конечно. Так, там есть Android Auto, есть Apple CarPlay. Есть, то есть, если кто-то Apple CarPlay там включил с яблоком или Android Auto, то есть, там можно навигатор от Google включить и поехали, Google. А так, в принципе, ну, жиденько. Реально, то есть, уже... Я думаю, они все ионики более-менее одинаковые, там, кроме нескольких мелочей, но тут реально много чего, то есть можно часа два, наверное, тут сейчас обсуждать. Ну, интерфейс здесь подешевле, все вот это вот. Понятное дело, мой ионик стоил, но я уже ездил на ионике-то 2 года, почти 3. За ту же цену, то есть у меня полный фарш стоила тележка, да, то есть цена недалеко, получается, эта машина стоит на десятку дороже, а внутренности сколько здесь всего не хватает, ё-моё, просто обалдеть можно, но цены поднялись, так что сейчас кто в наше время автомобили покупает, ну я там посмотрел, журнальчик с собой прихватил, поговорил с продавцом, мы еще с ним давно скинтовались. Есть разговорчик, то есть в феврале выйдет классная новая тачка. Сейчас она уже в разработке. Ну как в разработке, уже все готовится. Там всего 3 варианта. Она не стоит охренеть каких денег, но полностью электрокар. Там много у него общего с Porsche. А позже вам покажу. Журнальчик я взял, может завтра, послезавтра в журнальчике вам включу и покажу. Такие вот дела. Но сейчас едем домой.